Несмотря на то, что созданы все условия для прохождения вакцинации против коронавируса, остаются те, кто единственным выходом для себя видят покупку поддельного документа. Так, в России в 20 раз в сравнении с летом выросло число предложений купить поддельный сертификат. Расширился и ассортимент. Предлагается подтверждение прививок не только российскими вакцинами, но и зарубежные сертификаты. Объявление о продаже положительных или отрицательных результатов ПЦР, справок о наличии или отсутствии антител, QR-коды отдельно от сертификатов. Метотводы от прививок тоже сохраняются на рынке. В России за приобретение, хранение и использование заведомо поддельных официальных документов грозит ограничение свободы, принудительные работы, либо лишение свободы на срок до года. Если владелец поддельного сертификата или справки не только заболеет сам, но и спровоцирует по неосторожности массовое заболевание, наказание будет строже – штраф от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Если умрет хотя бы один человек, то лишиться свободы можно на 3-5 лет, если двое или больше – на 5-7 лет.